Columbia Pictures представляет «Пьяный мастер. Восстание алкашей». Значит, смотри, там вначале будет, больше ничего, собственно говоря, не надо. Снимаем максимум 30 секунд. Двигаться надо, нет? Значит, смотри, я буду здесь немножко крутиться. И я к тебе подойду. Не обязательно, в принципе. Не обязательно. Стоп. Эдик, смотри, вот так. Но это когда вот начнется музыка. Тебе можно будет отредактировать. Короткое видео можно смотри, сделать. Смотри, там вначале певец говорит слова. То есть смотри, я хочу, чтобы началось на этом. Вот, то есть я включил сначала, видео начнется. Потом примерно 30 секунд. Ты готов? Так, сейчас я готовый. Включай. Ребят, вот положил пол, сейчас зафуговать. На старт фикс положил, она схватывается, я пока инструмент уберу, да. Вот здесь засиликонил, лампу убрал, блин, все, уже забываю фиксировать, да. Что деньги приносит, на то и концентрируюсь, да. Но про вас, конечно, забывать не собираюсь. Видите, там снег. Сейчас я вам скажу. Вот, везде засиликонил, все четко, беленький силикончик. И сейчас позвонили, спросили ночью работать. В общем, зачем я в трудоустройство ходил, я не знаю. И, ну, работы, как бы, ну, много работы, да. Сейчас вот уже два объекта сделал. Сейчас ночью пойду снег убирать с ребятами. В общем, в новое путешествие мы идем сегодня снег убирать ночью. Вот это да.